В Якутске появилась возможность оказаться в прошлом, используя современные технологии. В этом месяце в столице Якутии заработает масштабная мультимедийная выставка «Россия. Моя история». На 4000 квадратных метров собрана вся история страны. В самом инновационном и большом музейном комплексе Якутии побывала Марианна Кутукова. На месте экспозиции идут последние приготовления, проверка оборудования и скачивание информации. Знакомиться с богатой историей России здесь однозначно не будет скучным, ведь экспозиция на 100% мультимедийная. Вместо застывших экспонатов тут повсюду яркие инсталляции и интерактивные карты. Изучить в одном месте сразу все эпохи России. Раньше это было возможно только в Москве, в историческом парке, на ВДНХ и еще в 5 городах. Якутск стал 7-м по счету. В главных 4 залах расскажут о династиях Рюриковичей и Романовых, от революции 1914 года до победы в Великой Отечественной войне, а также последующих достижениях России до 2016 года. Отдельное место уделено и истории Якутии. Над региональным контентом работали ведущие историки страны. Здесь в такой удобной форме подается информация. То есть она не отягощена, скажем, каким-то наукообразием, излишней там терминологией, какой-то очень специфической. Да? Эта выставка направлена на среднего жителя нашей страны, который, может быть, и далеко не историк. Проекционные книги, виртуальные кинотеатры, сенсорные экраны и голограммы позволяют буквально путешествовать во времени. Сегодня в музее установкой оборудования занимаются только московские специалисты. Здесь в основном идет проекционное оборудование, идет оборудование так называемые Kinect, то есть это оборудование, которое распознает жесты человека, которое распознает, в общем-то, самого человека и которое позволяет подойти, что-то потрогать, пощупать, ну и взаимодействовать со всей мультимедийной составляющей данной выставки. Ну, естественно, без специальных пультов, приборов, то есть ручек вполне достаточно. Несмотря на то, что музейный комплекс уже получился масштабным и по размерам, и по содержанию, его еще расширят на 1000 квадратных метров. 5-я экспозиция будет посвящена современной истории Якутии. Пока эта часть музея будет в разработке, остальные площадки заработают для всех якутян с 15 октября. Отметим, что для школьников и студентов вход будет совершенно бесплатным. Посещение одной экспозиции для пенсионеров составит 50 рублей, для остальных 150. Марианна Кутукова, Григорий Хлопков, НВК Саха, Якутск.